Охрана на приеме была серьезная. Соваться в это волчье логово было довольно рискованно. Как-либо иначе похитить доктора Эмералд было абсолютно невозможно. Бет Уайлдер, вы быстро доверились ей? У нас были общие цели. И это все? Нам хватило. Спасибо, что пришла. А я-то дура, летела тебя спасать. Не желаешь ли объясниться? Знаешь такого Хэтча? Правая рука Сайрина. Он был здесь. Втирал мне про то, как хочет свергнуть Пола. Надеюсь, ты отказался. Не поверил ему ни на грош. А он меня освободил, велел ждать момента. Вот тебе и момент. Признателен. Как там обстановка? Думают, что ты надежно заперт. Все разговоры только о приеме. Пока твой безумный план работает. А доктор Эмералд? Понятия не имею. Она либо на приеме, либо у себя в кабинете в центре научных разработок тут на острове. Поищу ее среди гостей. Ты, значит, будешь шампанское глушить, а я в охраняемое здание ломиться? Хороший план, нечего сказать. Захвачу тебе пару бутеров. А, ну тогда другое дело. К утру меня раскроют, но пока не раскрыли. Так что через парадный вход ты со мной не пойдешь. Все равно кратчайший путь в центр разработок здесь. Я отключила сигнализацию на черном входе, но там будет охрана. Выйди на связь, как будешь внутри. И да, Джек, ты знаешь, что поставлено на карту. Забудь о месте. Я тут не ради Пола. Эй, он уходит! Оклемается, будет больно. Мои способности росли, а управлять ими было все проще. Приятно было. Какой урод придумал эти двери? Так, надо побыстрее. Футуристично и очень в стиле монарха. Но вряд ли это они заказывали. Бет, я на месте. Что дальше? Ты скоро увидишь радарную вышку. Дай знать, как будешь внутри. Хорошо. Дай знать, как будешь. Хорошо. Хорошо. Слава богу. А предупредить нельзя было, Бет? Ладно, как мне попасть к радарной вышке?
Надо как-то туда перебраться. Взлетай. Так, вот и все. Ах, и наворотили делов в доках. Теперь неделю разгребать, не меньше. Предполагалось, что дело замнут по-тихому. А теперь нам еще с кучей трупов возиться. Ну, хоть теперь все под контролем. Вон он! Пошли, пошли, пошли! Зайдите со спины! Время здесь шло наперекосяк. Пушка словно была не привязана ко времени. Заперта. Возле старой пушки время разболталось. Его можно было двигать. Нашли, куда из пушки целиться. Другой раз надо быстрее. Хорошо. Будут очищаться. И если меня накроют, пока мы похищаем доктора Эмерал... Ты застынешь. Да, знаю. Риск есть. У спецагентов Монарха есть защитное снаряжение. В кабинете Эмерал наверняка тоже есть. Если увижу, захвачу тебя. Что-то Джойс больно легко сдался. Странно как-то. Но главное сейчас от клетки не рыбить. Надеюсь, ему пустят пулю. Правда, эти сверхспособности? Ну, даже без снаряжения. Да, это правда. Он, сука, дико опасный ублюдок. Говорят, Хэтч его лично навестил. Да? Надо же такая... Черт! Снайперы!
Отойдите со спины! Спасибо, Бет. Мне нужно на радарную вышку. Так, берем курс на радарную вышку. Чудесно, еще одна. Блин. Бет, я у радарной вышки. Где лаборатория? У тебя под ногами. Совершенно секретная. Спустишься вниз на лифте. Ого, серьезно? Как в логове злодея из комиксов? Не то слово. Главное, не свалить в бассейн с акулами. Добрый вечер, народ. С вами ваш друг Бобби Редфорд. Черт! Так, вот и все.
знаменательный день. Мы шли к нему годами. Годы проектирования, разработок, обучения. Для меня сегодня кончается путь длиной в 17 лет. Мы выходим из... Передают речь. Пусть у монарха будет достойная аудитория. Я представляю вам РХП. Регулятор хронополя. Это устройство — главный предмет наших исследований с 2010 года. Но поверьте, этим его роль не ограничивается. Это устройство спасет нас. Оно, как и было обещано, уже готово. Для кого-то из вас это ничего не значит, для других значит многое. Когда придет время, вы все об этом узнаете. Мы вступаем в нестабильную эпоху. Нас ждет большая опасность. Ее нельзя предотвратить, но мы можем защититься. И поэтому у нас сегодня праздник. Пир перед лицом тьмы. Сегодня мы празднуем, потому что, как я и обещал, мы готовы к ней. Готовы к грядущему. Готовы сделать необходимое. Готовы выжить. Спасибо. Бет, захожу в лифт. А Пол все никак себя любимого не наслушается. Да, он говорит о плане спасения. Все развесили уши. Джек, охранная система сработала. Они знают, что... Да ты что? Штаб, шлите подкрепление. Здесь Джойс, прием. Немедленно нейтрализуйте цель. Конец связи. Здесь Джойса! Господи. Кабинет доктора Эмерал. Похоже, он этажом выше.
еще что? Принесите хрилы. Этот прибор лишил меня сил. Мы его называем кабинет доктора Эмерал. Сайрин приказал Хэтчу меня убить, чтобы не подвергать риску свой план. Только увидев размеры этого здания, я начал понимать, насколько масштабным он был. И я подумал, если наступал конец времени, к чему все это было? Судя по графику, все крупные технические успехи монарха начались после 2010-го. Примерно тогда, когда произошло кое-что еще. Эпицентр. Похоже, придется искать другой путь. Ты
Обалдеть! Что это за хрень? Что это за хрень? Нам не везет сегодня. И где тот кабинет, Эмерал? Монарх явно годами разрабатывал хронотехнологии. Разломы там ждали, к нему были готовы. Без РХП ничего этого сделать бы не удалось. Натуральные шагающие танки. Они были не для вас. Не льстите себе. Я тут пролезу.
Вряд ли сотрудники часто здесь ходят. Кабинет доктора Эмерал уже рядом. Оружие, рассчитанное на зависание. Пол знал, что главное. Время кончается, а пушки остаются. Это снаряжение позволяло двигаться внутри зависаний. Но слишком тяжелое, не унесешь. Вот почему я шел в кабинет доктора Эмерал за облегченной моделью. Я знал, что не могу покинуть центр, пока не найду доктора Эмерал. Что я натворил по пути сюда, никто не знает. Молодчина, Бет. Кабинет доктора Эмерал. Mm-hmm.
Эмерл пыталась предупредить Пола. Конец времени быстро приближался. Оставалось меньше суток. Мистер Сайрин думал, что в запасе еще несколько лет. Признаю, он заблуждался. Похоже, это то, что нужно Бет. А, черт! Доктор Эмерл на приеме. Зависание скоро закончится. Надо выбираться и идти на прием. Он, между прочим, очень дорогой был. Да что вы. Я знал, что Бет скоро раскроют. Надо было встретиться с ней на приеме, пока не стало слишком поздно.